Артисты Большого театра в Москве снова надевают балетные туфли и репетируют. Они готовятся к 245-му балетному сезону. Он откроется незапланированной премьерой проекта «Четыре персонажа в поисках сюжета». В него входят 4 одноактных балета, постановки молодых зарубежных хореографов. Новый сезон обещает стать особенным как для зрителей, так и для артистов. Это не просто влияние пандемии. Проект превратился во что-то намного большее, благодаря огромному желанию вернуться к работе, которая есть и у танцоров, и у хореографов. После изоляции от танцоров потребовалось еще больше усердия. Несколько месяцев мы просидели дома, без возможности работать в зале в полную силу и сохранять форму. И поэтому выходить было тяжелее, это заняло больше времени. Мы начинали постепенно, сначала только классы, затем добавились репетиции. И сейчас, опять же, дольше тот период, когда мы только готовим спектакль, не вынося его на сцену. Во время карантина Большой театр транслировал в интернете некоторые свои популярные спектакли. Танцоры также выкладывали юмористические видеоролики домашних тренировок.